Давайте введем новую рубрику «Распаковка чек». Что мы имеем? Тапочки. Важная вещь. Это очень удобная расческа. Лин, ты уже пробовала? Проверим. По-моему, прекрасно. Просто посмотрите, цвет какой классный, новогодний, все здорово. Еще у нас есть такая маска. Ее очень удобно надевать на глаза. Вот так хоп, и все, и не видишь ничего. Рекламу заплатить. Реклама уральских авиалиний, можете мне там написать в личку, в директ. Вот еще такие вкусные штучки. Вот мой партнер. Мы можем вместе дать вам рекламу. Распаковочка закончена. Блин, ну маска реально классная. Вот так прям реально одеваешь, прям вообще ничего не видишь, правда? Прям вообще. Ну, то есть, стоит брать. Сейчас я достану книгу, чтобы я выглядела, как будто я умею читать. Подождите. Вася, прикинь, вот мудрый человек взял с собой шорты. А, вот так вот, да. Оп. На улице плюс 20, а я сижу в штанах. Да, она будет в штанах ехать. И я вот думаю, что делать, Вася? Вася, приходи попозже, она сказала, что будет. Отличный контент будет. Эль, ты мои наушники не собираешься отдавать? Нет. В смысле нет? Они тебе нужны? Ну просто в них звук хороший, типа. И... Всех интернет ловит, у меня не ловит, блин.